Уши-то куда уронил? Поднимай. Это была самая ужасная ночь, по-моему, из всех. Ой, будь здоров. Тут стол я так подвинула, что тапочки не подойти. Всем доброе утро. И псам тоже. Доброе утро, собаки. Ой, сиди, тихо, 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 спокойно. Давайте, лежите, мамки, руки. Уши-то куда уронил? Поднимай, поднимай ушки. Это была самая ужасная ночь, по-моему, из всех. То ли из-за того, что я выпила эти таблетки, которые расслабляют мышцы, у меня шея болела, то ли из-за того, что мне вправили. Короче, всю ночь я просто мучилась. Причем я заснула вчера рано. Я приехала, я помню, что я посмотрела часы, было 8 с чем-то, около 9. Я выпила вот эти таблетки, которые для расслабления мышц, и выпила еще пустырника. И меня просто такое ощущение, ну, короче, я вырубилась за секунду. А я проспала, проснулась. Я думала, часа 3 ночи. Я посмотрела, 11 вечера только. А я уже, мне по ощущениям, что я уже поспала так достаточно прилично. Короче, я реально не понимаю. Мне вчера так хорошо было вечером, но ночью так плохо. Я не ною, просто я устала от этого состояния. Я была уверена, что у меня сегодня ночью вообще ничего не будет болеть. Но было хуже, чем обычно. Тафи, я тебя сейчас гладить не буду, блин. Никого сейчас гладить не буду. Меня кто-то гладит. Я пошла за листочком, где написано, какие упражнения мне на сегодня. Кстати, а можешь мне узнать, что это такое вообще? Я вам даже показывать не буду, что он наделал. Так, ну что, я укуталась, идем гулять. Хорошо, мне еще надо зайти в аптеку за гелем Беллабена. Какое солнышко встречает. Вот. Голые деревья. Еще на Сетьке день рождения я снимала, все было в листьях. Сетька! Туда, все, побежали, 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 побежали. Я-то первая всех побежала, да? Ой, ё-моё. Тася, ну ты психончик. Короче, я ушла. На солнышко пойду. Ну все, солнышко ушло. Самолетик летит. Давайте, кони, бегайте, бегайте. Сейчас я вам палочку найду. О, Сетька сам палку нашел. Все, покушали? Умничка. Я сходила, успела сходить в магазин. Купила тут замазью, потом сходила, купила овощи, фрукты. Захотелось вот этой вот буженинки куриной. Хочу сварить суп из тыквы, у меня есть сливки, для торта они там мне понадобились, и осталось очень много, решила часть, приготовлю суп, очень люблю тыквенный. Я обычно делаю чуть-чуть картошки, добавляю одну морковку, ну одну совсем небольшую, и все. Вот. Сегодня с утра мне что-то даже кофе не хочется, наверное, выпить сладенький чаечек и буду смотреть на вот этих вот сладких булочек.
Какие они сладкие все-таки, покушай. Ну, в принципе, что я стоила, следовало ожидать. Вчера разлила кофе замечательно. Я надеялась, что может таки высохнет. Не будет видно. Нет. Прикроем столиком.